Знаете, когда они выходят из мест заключения, да, отбывают срок наказания, выходят, и их все начинают бояться. На них лежит какая-то печать, стигма идет, что эти женщины уже как бы нечистые, что, в принципе, им доверять уже нельзя. Все равно это потерянные люди для общества. И вот женщины устраивались на работу, когда скрывали, когда узнавали о них и просто взяли их, вот выгоняли с работы, да? Они не могли трудоустроиться. И вот когда Азимова Атмия, это первая наша женщина, с которой мы как бы начали, я была затронута ее болью, мы ей помогали получать, да, президентский грант, она получила 10 тысяч сомон. И с этого все началось и дальше пошло. И вот в этот цех он уже начал расширяться. Сюда стали приходить другие женщины. И вот эти трудности, вот эта боль, да, вот этих женщин не оставила меня равнодушной. И мы начали дальше развиваться, потому что один успех, да, он воодушевлял нас. Второй успех, он окрылял, он начал нам давать такой стимул, такие силы, что женщины, которые выходят, это нормальные женщины, но уже побитые жизнью, да?